Bine v-am regăsit la Firul Ierbii. Începem ediția chiar din fața oficiului Federației de Fotbal. Deoarece este o zi mare în fotbalul moldovenesc, în câteva clipe va fi prezentat oficial noul selecționer al echipei naționale de fotbal. Este vorba de Serghei Kleshchenko, legenda fotbalului nostru, unul dintre cei mai tari fotbaliști și fostul antrenor secund al echipei naționale. Să mergem să aflăm mai multe și să vedem ce planuri mărețe are domnul Kleshchenko. Domnul Kleshchenko, aveți emoții? Nu, înainte de prima conferință în calitate de selecționer al naționalei. Nu, emoții всегда есть, потому что новый вызов, большой объем работы, поэтому, конечно, эмоции есть. Главное, эмоции, чтобы не захлестывали, не мешали работать. Приложу все усилия, как я лично, так и весь тренерский штаб, для того, чтобы постараться, по крайней мере, перевести нашу сборную на другой уровень. De-a lungul anilor, Sergiu Kleshchenko a marcat peste 150 de goluri în meciurile oficiale, jucând în campionate de tradiție, precum cel din Olanda, Rusia sau Israel. A pus ghetele în cui în 2008, la 36 de ani, lăsând în urma sa o carieră de invidiat. Domnul Kleshchenko, felicitări și să știți că v-ați prezentat în fața presei foarte bine și cu mult curaj. Mulțumesc mult! Și vă stă foarte bine în acest costum, clasic. Dar nu mă ieri am cumpărat. Să vă spun cinstit că nu mă ieri am cumpărat, că v-a spus că o să trebuiască să mă arăt bine. Așa, ce veți schimba în primul rând în Naționala Moldovei? Aveți un plan pus la punct? Мы можем создать здоровый, конкурентоспособный коллектив, наладить дисциплину, как игровую, так и бытовую. Ну и, конечно же, очень важно игровая дисциплина, что касается тактики. Каждый футболист на футбольном поле должен четко понимать свои функциональные обязанности. Care va fi tactica aleasă pentru națională? Veți juca ofensiv sau băgăm autobuzul, ca de obicei? Должны быть объективными и прагматичными. Почему? Потому что мы должны реально осознавать, кто мы и где мы. На сегодняшний день мы не там, где мы хотим быть, и мы не те, кем мы хотим быть. Вот это первые задачи для сборной стоят, потому что для того, чтобы вернуть любовь болельщиков, надо, чтобы болельщик понимал, что сердца наших футболистов на футбольном поле на 100% будут. Dar cât de mult se va schimba lotul de jucători? Я не могу сказать, что я сторонник кардинальных изменений резких. Как я заметил тоже на пресс-конференции, в первую очередь я буду опираться на тех ребят, которые душой и сердцем будут в команде и будут в нашей стране. Și cine va fi liderul, capitanul echipei? Gura lumii zice că Artur Ioniță. Dar și Рябчук vine tare din urmă. В первую очередь я хочу сказать, что капитан команды должен быть лидером. И лидер – это не быть лидером, когда все хорошо, а именно в те моменты, когда плохо. Когда тяжело команде, он должен суметь сплотить команду. Păi și Ioniță e în lista capitanilor? Я не исключаю, и Артур, и Олег, и есть ребята, которые достойны быть капитаном. Dar Virgiliu Postolache, suporterii îl vor pe teren. Bordin l-a invitat pe teren doar câteva minute într-un meci din trecut. Мне нравится этот футболист. И Федерация футбола много приложила усилий для того, чтобы его интегрировать в национальную сборную. И я, будучи главным тренером Under-21, его уже привлекал. Он мне играл одну товарищескую игру со Свинту Георги. Jucătorii mari, ca Alexandru Iepureanu, Igor Armaș, veți încerca să-i aduceți înapoi sau deja nu mai au bilet de întoarcere? К сожалению, ребята приняли решение, и могу сказать, что они долго готовились к этому решению, им тоже было непросто закончить выступление в национальной сборной. И хочу сказать от себя лично, я очень благодарен за все, что они сделали. Поверьте, что вы назвали фамилии футболистов, которые действительно очень часто жертвовали какими-то своими семейными радостями ради национальной сборной. Поэтому надо уважать их решение и, конечно же, опираться уже на других футболистов. Pe cine îi vreți secunzi pe banca tehnică? Еще обсуждается. Я сделал предложение президенту Федерации футбола. Мой взгляд на тренерский штаб. Я хочу, чтобы тренерский штаб излучал позитивную энергию.
La conferință a zis că foarte mult contează spiritul din echipă să fie pozitiv. Ce înseamnă mai detaliat acest lucru? Больше степень интуиции и чувства игроков. У меня были такие случаи, но я работал тогда еще с Андер 19 в национальной сборной тоже. Мы проиграли одну игру сборной Италии 5-0. И я после ужина назначил собрание. Сделал собрание, рассказал им два анекдота. Все посмеялись, легли спать. Через день мы играли со сборной Норвегии, сыграли 0-0. Значит, сработало. Интуиция тогда мне подсказала поступить так. Ce antrenor îl aveți ca exemplu pe care îl urmăriți, fie și internațional? Вы знаете, в бытность работы моей в Португалии я как-то так философию командную привел к тому, что подошел помощник мой, португалец сам, и подходит ко мне и говорит: «Сергей, я смотрел вчера Ливерпуль, говорит, они играют так же, как мы». Я говорю: «Подожди секундочку, может быть, только что мы стараемся играть так, как они». Потому что работа и философия Юргена Клоппа мне очень нравится. Федерация пус лимите ва черут чева анумит? Работа передо мной поставлена стратегическая, но никто не исключает локальные задачи, которые будут возникать в этот период. Первая локальная задача – это две игры со сборной Казахстана. И каких-то жестких указаний пока со стороны Федерации футбола и в первую очередь президента Федерации футбола Леонида Линченко не было, но, конечно же, от них будут задачи поставлены перед сборной и тренерским штабом. În orice echipă sunt situații conflictuale, situații mai sensibile. Cum veți rezolva aceste momente complicate cu băieții? Я отвечу одним словом: справедливо. Справедливо, у меня был опыт уже такой, и после принятия иногда жестких решений, даже те футболисты, против кого они были приняты, они понимали, почему решения были приняты таким образом. Экипа Маре, если Маре капричоса, не как экипа де жуниор, по фонду, что он очень много ведет, да, национального модуля? Ну, в Андер 21 понятно, что они более исполнительные, более так пугливые. Сейчас был два года в национальной сборной. Я не видел, чтобы проскальзывали такие прям моменты яркого какого-то этого, не знаю, как пижонство, правильно выразиться, или звездные болезни там. Да, у каждого свой характер. И, конечно же, будем так говорить, задача тренера – найти подход к каждому футболисту в отдельности. Претения подвязаны один тренер и жукатор? Ну, возможно, для кого-то я хотел бы стать старшим братом, для кого-то, возможно, отцом. Я хочу, чтобы понимание было на очень близком уровне. Вы консультат с фамилия, когда целуют часто дечизии, и воссусцин ей? Чтобы принять решение, нет, конечно же, я ни с кем не консультировался. Потому что я давно ждал, и семья знала тоже, что я давно жду этого назначения. Ну, конечно же, все рады за меня. Один экипа, который был воскрес, у нас все миссии, у меня Уже да. Чей? Ну, не буду говорить фамилию. Пусть это останется нашей тайной.